приятное ощущение, потому что, на мой взгляд, получился праздник футбола. Прекрасная атмосфера на стадионе, хороший футбол. И честь и хвала нашим болельщикам, которые просто сделали шоу и поддерживали нас. И уверен, что в Воронеже очень много людей, весь город, который за нас переживал и нас поддерживал. Мы довольны, что мы оказались, вот так сделали наш первый шаг. Сожалеем ли мы о том, что мы не реализовали свои голевые моменты? Да, мы сожалеем, потому что это хороший момент, это отличные моменты, которые надо реализовывать. Я очень благодарен парням и абсолютно всем, потому что мы сыграли именно строго по плану и сыграли дисциплинированно. Мы добились такого результата, это самое главное. О чем говорили в перерыве, если не секрет? В перерыве мы внесли корректировки в плане наших взаимодействий в обороне. Мы сказали, что нам нельзя прижиматься, нам надо выше подняться. И в том, что мы сейчас выйдем, забьем гол, нам надо забить гол, и мы вытащим эту игру, мы выиграем эту игру. Выиграть не получилось, но вот такие слова были в раздевалке. Парни молодцы. Вопрос Василию Чарову. Василий, ты воспитанник Краснодара, был ли этот матч для тебя особенным каким-то? Этот матч был особенным не только потому, что я воспитанник. Это в целом мой дебют в премьер-лиге, и как для меня, так и для нашей команды. Конечно, чувства были такие очень, их было очень много. В принципе, в целом мы, я думаю, с ними справились, направили их в нужное русло и сыграли в хороший, я думаю, футбол, который понравился болельщику. Насколько прочувствовал разницу между ФНЛ и премьер-лигой? Естественно, разница чувствуется, что касается антуража, организации, все на порядок выше, быстрее скоростя игры, ребята соперников быстрее принимают решения, но, в принципе, я думаю, мы готовы были к этому и ничем не уступили. За счет чего у вас получился такой мощный прессинг, реально, действительно, очень серьезный такой? И второй вопрос, как сейчас стадион ваш, все ли там в порядке, готовы ли полностью принять премьер-лигу? Ко мне вопросы, Вася. Ко мне? Да, мне по стадиону. Спасибо вам большое за вопрос. И наш стадион готов. Проделалось огромный объем работы, и наш стадион готов. И мы ждем встречи с нашими болельщиками. По поводу прессинга, у нас прессинг был в среднем блоке, и мы в основном останавливали, разворачивали атаки. То есть он был эпизодический, потому что на самом деле мы прессингуем немножко по-другому. И в сегодняшней игре не было для нас необходимостью показывать прессинг, который команда умеет делать. Вы сказали, что за счет игровой дисциплины, организованности вы смогли добиться результата. А что именно, каких игровых компонентов позволили вам получить этот результат? Более конкретно, подробно, если можно. Это стандарты, это выход в быструю атаку, это вскрытие полуфлангов и фланговая игра. Мы на этом ставили акцент, мы об этом договорились с парнями, и, в общем-то, это и получилось. Спасибо.